Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Правительство национального согласия Ливии обвиняет силы Хафтара в нанесении ракетного удара по аэропорту в Триполи. Правительство национального согласия Ливии Фаеза Сараджа обвиняет ливийскую национальную армию, возглавляемую маршалом Халифой Хафтаром, в нанесении ракетного удара по аэропорту в Триполи и нарушении договоренности о прекращении огня. Данную информацию сообщает портал Africate News, ссылаясь на слова официального представителя сил правительства полковника Мухаммеда Кануна. По словам источника, армии Хафтара по ливийскому аэропорту было выпущено 6 ракет. Данное нападение нарушило режим прекращения огня. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.